Армия обороны Израиля продемонстрировала свою способность наносить не только оружейные удары. Пикантные фото солдат в стрингах облетели соцсети. Четыре израильтянки, призванные на службу в Цахал, позируют на одной из военных баз на юге Израиля. На снимке две девушки стоят в военной форме со спущенными штанами, демонстрируя боевые ягодицы в военных стрингах. А еще одна для фотосессии полностью избавилась от обмундирования. Возможно, это военное учение под видом армейского стриптиза осталось бы неизвестным, если бы девушки не выложили свои фото в Facebook. Руководство вооруженных сил Израиля осудило публикацию фотографии в соцсети. Как заявили в армии обороны Израиля, снимок противоречит местным ценностям. Но оправданием для девушек может служить то, что они являются новобранцами и еще не вполне ознакомились с военным уставом. А чтобы сослуживцы новоявленных фотомоделей не повторили их подвигов, на базе был прочитан курс лекции о достойном поведении израильских женщин-военнослужащих. Это далеко не первый инцидент подобного рода в армии обороны Израиля. Так, в 2012 году в сети появился снимок пяти боевых подруг, на которых не было ничего, кроме касок и разгрузочных жилетов на голое тело. На этом у меня все. Новости читайте на 1ТВ.нет. С вами был Егор Красотин. До новых встреч! OneTVNet.ru. Смотрю, что хочу.